Бонжур, дорогие друзья, дорогие гости моего канала, подписчики. Меня зовут Егор Дергачев, и редкий сегодня день, поскольку прогноз будет на чемпионат Франции по футболу, на Лигу 1. Ну, увидя коэффициенты, я не смог пройти мимо этого матча. Труа Лион на повестке дня у нас. Лион неплохо сыграл в Лиге Европы, если честно. Как мне кажется, французскому клубу глубоко плевать на этот турнир, но Эвертон на выезде был обыгран со счетом 2-1. И сейчас Лион после, опять-таки, еще предыдущего тура, где была на финальном свистке, на ниточке, на сопельке на финальной добыта победа против Монако, Лион едет в гости и будет играть с Труа. Мне кажется, что именно Лион безусловный фаворит, букмекеры думают так же, но оценивают победу Лиона коэффициентом 1.67. Мне кажется, это очень высокий коэффициент, его обязательно стоит заиграть. Если вы думаете так же, то поставьте лайк и вот там вот сверху подпишитесь на мой канал. Обязательно также добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочки вы найдете в описании этого ролика. Ну и конечно же в комментариях напишите свое мнение, свои мысли по поводу матча Труа Лион.